Добрый день, дорогие друзья, с вами снова сегодня Артур Кун. Сегодня мы продолжаем приключения в Азурлейне с гигаструктурами. В общем, у меня тем временем, оказывается, в звездную бухту переработалась вот эта планета. Ну и вердикт какой? Для производства ТМСов она не подходит. Потому что здесь можно будет белые кубы производить в сочетании с ТМСами, но будет очень мало джоб. Поэтому лучше делать вот эту, получается, планету. Ну или на, соответственно, Альдерсонах и кольцах это все дело веселое добывать. Вот здесь есть и кумы с артизанами. Здесь есть 4 джоба и баф на Consumer Goods from Jobs. Маленький, но приятный. Так что вот так. Я пробежался тут, естественно, кое-что поменеджил на планетах, пока туда-сюда. Да, no fleet detected. Ну, у нас идет исследование здесь очередного зарчика. Здесь у нас черная дыра, которую мы чем-нибудь застроим интересным. Плоты у нас потихоньку туда-сюда, собственно, сделались. Ну, флагшипы остались там доделать их, и можно будет заполнять флоты уже неко-классом. Да, получается, лимиты свои я по кораблям практически выгреб. Дальше уже придется обычные делать. Код придет через 4 года. Будем надеяться, что недолго его ждать. Ну, кто-то гейтвей построил, молодцы. Правильно. Так и надо. Вот, а мы тем временем качаем планетки за единство до 20 тира. Кто-то Synthetic Transformation себе позволил. Счастливые товарищи. Везет же некоторым. Ice Harvesting Station у кого-то. Ну, посмотрим, как себя Кацан поведет. Он нападет как раз на ту федерацию, которая мне, скажем так, костью в горле. Ну, а мы потом после кота сзади ее и добьем. Главное под себя забрать этот столицу кота, попытаться, если получится. Но это уже как получится. Ascension через псионику, Ascension через еще что-то. Просто выгребаю, чтобы оно мне не телепалось. По-прежнему, да, перки не взять. По поводу остальных вещей, я все так же пока не могу решить, чтобы нам пикнуть, но по ходу Planet Craft и муны мы будем, наверное, делать. Вообще, надо, наверное, задизайнить их на всякий случай. Посмотреть, что вообще мы можем вытащить, потому что генераторы там достаточно ограниченные. Да, это лучше так, это лучше так. Потом луна. Ship weapon range плюс 300%. Но это не проблема. Это дефовая луна. Damage range снижен. Point defense и defense. 300 ангарная луна. Угу. Интерсептор. Больше ренжа, меньше дэмэджа. Fire rate, tracking и accuracy бафнуты. Будет пытаться в упор сражаться. Или дефолтный компьютер на 150 ренжа будет держаться. Вообще мне нравится вот этот вот. С трекингом 80, значит, все пушки будут попадать. А минус 40% дэмэджа у нас будет полностью компенсироваться этим... репитками. Вот, репитками.
Так, эльслоты хочу. Здесь, естественно. Да тоже эль, наверное, слоты. И в конце можно ангарки воткнуть для такой луны. Так. Лунар Мега Артиллери. Огромный дамаг. Огромный рейндж. Поворот 10 градусов. Ну, это такое себе, если честно. Омега Аннигилейшн Ланс. Тоже как бы забавно, но она энергии жрет 20 тысяч. Мы остальное не сможем натыкать, что хотели бы. Можно чуть-чуть здесь кинетики воткнуть и энергетику. В эльках уже наработаны у нас варианты. Это дальнобойная и универсальная штука. Ну, соответственно, два самолетика таких, два самолетика таких и три тяжелых бомбера. Разваливать. Так. Шилды у нас лучше всего вот такие использую. Да, видите, энергии бы мне не хватило. Ну и получается, что Луна не особо круче флагшипа так-то. Даже, я бы сказал, не круче. Так, ну хорошо, что аккуреси трекинг можно вообще не учитывать. Поэтому харденинг шилдов. Харденинг армора обязательные штуки. ХПшку на 60% ей бахнуть, конечно, пригодится. Ченствый вейт плюс 10. Регенка. А дальше мы, в принципе. Ну, можно всегда поставить weapon range. Это всегда хороший показатель. И что в последний слот мы можем поставить? Fire rate, chance to hit, нет. Shield damage, armor damage. Что у нас превалирует? У нас превалирует... Да все есть у нас, в принципе. Fire rate. О, разумного металла регенку можно воткнуть, кстати. Боевая луна. Не знаю, почему этот экран для всех кораблей теперь багается, но... Так, и бегемот Planetcraft тоже, наверное, забацаем заранее уже, чтобы не париться с этим всем. У него реактор тоже ограниченный, поэтому не разгонишься. Компьютер фигня. Фэнси Фаура не даст противнику сбегать. Окей. 6 титанов, 9 джишек. Офигеть. 15 иксов. 15 иксов. 15 ангаров, 15 телек. Сильно выбора у нас тут не дофига. Это, кстати, Energy Cannon. Вот этот вот мегаволт. Куб пульс рей. Омега и Рейзер Бим. Ё-моё, вы посмотрите на этот урон. Ну, правда, 65 тысяч реактора сожрет, но можно попробовать его поставить. А, старая проблема этого интерфейса. Хорошо, что я уже узнал, что можно вот так перетягивать. Мегаболты воткнем.
В числа ты дальнобойные торпеды, которые сминают щиты. Ну и три обычных, ладно. Да, давайте сразу здесь шилды воткнем. Просто чтобы оно нам место не занимало. Ну и соответственно что? Алой рейлганов чуть-чуть щиты снимать, а в остальном вот этих куба эльфов пушки называются. По хангарам да всех поровну просто для универсальности сделаем. Эльки здесь будут чисто на дальность, потому что да, потому что значит, трудно. Да, шилд компоненты странно ставить на эту штуку, учитывая, что в общем, так сказать, зачете они не сказать, что сильно дофига влияют. Окей. Обязательно шилды хардим. Обязательно армор. Обязательно 60% хп. Отлично. 8 миллионов. Да, планеткрафты явно будут хорошим кораблем. Так, а вот ему нужно будет пикать и weapon range chance to hit 15, потому что компьютера нету. Поэтому да, это скомпенсирует. Обязательно берем штуку на трекинг плюс 30. Обязательно еще chance to hit плюс 15, потому что кинетика есть. Далее мы можем и энергетику, и кинетику бафнуть, и при этом армор и shield damage поднять по 10%, чтобы оружие было более эффективным. Хорошая штука за 266 тысяч сплав, да. Это у нас будет... PlanetCraft. А как тебя назвать? Вот так я тебя назову. Dawn of Nya. Рассвет дня. Короче, добиваем сейчас флоты обычными кораблями, потом начинаем строить фабрики все-таки планеткрафтов, мунов. Добирать планетарную массу. А все такое прочее. Так, Аврора достроилась, она сейчас долетит. Окей. Ну, конечно, когда я... Откуда я столько попов найду, непонятно. Так, здесь мы что качали? Energy Weapon Fire Rate. Здесь мы качали Army Damage. Здесь мы качали... Гейтвей на Гиперярде, да, хорошо. Вот, Planet Rebuild Speed тоже полезная штука. Сейчас пока репитки по одному месяцу идут. Поднимаем флот. Как там наш вес в Галактическом Совете? Ну, в принципе, никто не может нам перечить. Какая-то агенда у нас откатилась. Удачненько. Так, Energy Weapon Fire Rate, Army Damage и Planet Rebuild Speed. Sentient перк из Void Крафта. Ну пусть будет, ладно. Так, окей, наша флагшипа долетела практически. Мы подкопили сплавов приличное количество. Сейчас еще наменяем, видимо, на рынке, потому что я не думаю, что мне хватит. Коробок всего прочего должно хватить, по идее.
Угу. Сори, обманули, не за один месяц делаются. Я шилды не качнул. Это... Продолб. Так, все, долетело, да, Аврора, да. Все. 58 батлшипов в каждый флот. Поехали. Создадим великую флотилию. Ну, кстати, нам почти хватит сплавов на вот это вот безумие. Нам всего лишь 1 000 000 нужен. И можно закладываться. Немножко еще докуплю, все-таки там у меня эти всякие строятся мегаструктуры. Поехали. Пошла великая стройка. Даже мегашипьярд участвует в этом всем. Что-то они все на, не на гиперверфи пытаются попасть, а на какие-то другие верфи. Ладно, тут очередь небольшая должна быть. Надо, короче, обычные верфи убирать тогда. Оставлять чисто гиперярды. Ну, мегашипьярд будет работать, да. Ладно, с ним. Так. Ждем кота. Посмотрим, что он может предъявить вообще этой галактике. Гоша носиться будет как бешеный. Тоже как бы проблема. На самом деле, ну, придется потерпеть. Так-то, в принципе, делать-то больше нечего, только репитки тыкать. Планеты все в большинстве своем ждут попов просто. О, Planet Rebuild спит 5-й, наконец-то. Так, а для чего-то я... Для минеральной штуки я хотел... Я могу Храя МЦ еще один построить. А минеральные я не могу, я минералы все выгреба. Лимит, который хотел сделать. Слушайте, а Храя МЦ, который, да, вот где мы его там воткнули, я уже забыл даже. Вот он. Он снижает содержание в ТМС в попов или джоб? Поп, консумер, гудс, апкип, минус 5. Что-то, короче, на черной дыре у нас это невелик выбор. Хабитат строить как-то не хочется. Храя МЦ даст физику, энергию, темную материю. Ну, ладно, чем лучше строить, чем не строить. Короче, поехали. Нам теперь нужны эти... Нейтронные звезды. Некоторое количество, чтобы настроить этих недоливиров всяких там веселых. А потом мы будем делать эти еще звезды А, Б класса, которые будут гиперверфями дополнительными. Так, да, шилды, пожалуйста. Плюс нам нужны будут эти. Нам нужны будут миры, производящие. Каких-то репиток ненужных тут дофига. Миры, производящие. О, Бегемот Ring World Complete. Окей. Это хорошо. Все, мы можем его заселить.
собственно, приступим к этому делу. Опять же, он будет в итоге у меня что, попов растить и хранилищем ресурсов работать. Тоже полезно. Тоже нужно. Слабо представляю себе ситуацию, когда бы я мог задуматься о заселении этих колец, потому что население там будет просто огромное количество потребляться. Так, кстати, 19 тир. Это что такое? Это мы тут цитадель какую-то из тебя делали, да? Зачем-то. Так, исследование закончено. Старбазу строим. А ты, соответственно, летишь за новой звездой для нас. В ланчпоинт. Перекос из-за ХРМЦ, конечно, и Ехофа в физику будет существенный. Ну ничего, припитки в физике очень вкусные. Бы, конечно, предпочел инженерку, потому что в инженерке у нас есть и ракеты в том числе, а их придется изучать, потому что, как вы видите, дизайны не позволяют забить на ракеты. Приходится их использовать. Так, это у нас Азуриас, да? Да. Во, 48 тысяч... Следующий уровень будет энергии давать. Окей. Будет давать, значит, будет давать. Как у меня вместимость флота используемая подскочила, да? Жесть. Ученый Широнуи. В коллаборатора, конечно, следующим брать. Потом инжиниринг фокус. Сначала арморку подкачаю, потом минералы, потом кинетика, ракеты. Excellent. Все. Эверчейнджинг. Его гигаструктура закончились, да? Да. Ну окей, ресов нам хватит, я думаю. Лети сюда тогда. Да, поднять производство сплавов надо будет, конечно, мегаструктурами, но мы над этим будем работать. Белые кубы мы там на планетке, которая стала харбором, будем производить. Армор. Это что за база? А, это гиперярд. Ну, соответственно, сделай себе шипьярд один хотя бы. Потом грейдься дальше. Агенда на единство. Прекрасно. Conquer Nature, да? Ну, она хотя бы социологию накидает. О! Head of Research. Ах, кота. Защемить хвоста кота. Так, у нас там еще выстрел этого готовится. Ну, давайте. Давайте все-таки гипервер в первую заложим. Кохесив, Нью Кохесив, А-звезда.
закрепим наши кораблики. Так, а здесь можно не ставить вот эти вазы, потому что мы в итоге сожрем эту всю систему. Начинаем с нейтрониум гигафоржа, потом недоливир следом. Так, 20-й левел. Galaxy Main Network, окей. Everything to belongs to the mental network. Давайте research. Тенсильные планеты потихонечку развиваются, будут нам давать ускорение строительства этих мегаструктур. Но придется, походу, еще планеты под это дело ориентировать. Такое ощущение у меня складывается вообще. Так, ты у нас сайентист, которая должна была на планете работать. Но вместо этого ты берешь любые перки, лишь бы на планете не работать, да? А, нет, ты у нас как раз-таки советница, все правильно. Поэтому Great Researcher, молодец. Зря, получается, быканул на девчонку. Ну, аномальку мы, конечно, изучим, понятное дело. Раз такое дело. А где ее закинул? Боже мой, а можно было еще более ублюдски сделать вот эту систему? Она причем еще и не соединена ни с чем. Уже какой ужас. Так, ХРМЦ само строится, так что ты давай сюда. Интересно, код сразу в 25-м году вылезет или, как обычно, будет тупить какое-то время? Такой интересный вопрос на самом деле. Как там мои Альдерсены, кстати, поживают в суперсекторе. Ну, строимся. Метановые океаны. Прикольно. Что дает? Социологию и физики. 2500 физики. Вау. О, вау. Просто вообще супер. Но она экспу раскидала лидерам за исследование аномалии, поэтому не так уж и плохо на самом деле. Кстати, Кица Старгеймер наша апнулась. Материал или пропульшн? А, все равно без разницы, это ж не влияет у нее. Так, ты у нас аналист. Угу. Ты у нас тоже аналист и тоже ресурсы от псионических попов. Какая жалость. Сенат-инспекторат. Девочка. Ну, кстати, у нее можно посмотреть. Может, нам компьютинг нужен в совете. Блин, это не просто будет посмотреть. Это как раз она. У нас есть field manipulation. У нас есть частицы. Здесь, понятно, не работает, здесь другие. Ну вот компьютинг как раз она может взять, в принципе. Авось будет чем-то полезно. Да, все, растим попов называется история.
Не, ну где-то как-то они там что-то с трудом, но подрастают. Assembly Yard строится дальше. Загляни-ка в этот сектор. Ужасный. Конечно, не везение, что оно вот тут вот прям заспавнилось прям посреди галактики. Так, у нас во, церемония открытия Galaxy Network. Это снизит нам очень хорошо Empire Size. Lead Command Limit плюс 400 на адмирала. Офигеть. Мегалогистик хабов плюс 300. Стоимость, скорость строительства мегаструктуры, их output увеличится. И 5 алмазов ежемесячно. О, Empire Size 395. Вот это я понимаю. Почему мне только сейчас решило показать, что у меня есть айдл-лидеры? А, не, это вот это мне показало. Да, сильным падением размера империи у меня и вот эти вот движения сильно удешевились. Galaxy Mine Network Hub. Empire Size Effect минус 20. Assassin Perk Unlocked плюс 2. Это грейд главного здания. Да. Минералы. Так, кстати, мы же поняли, что именно вот этот тип планеты нужен под Consumer Goods. Металлмассу ничего не нужно. Компьютер и так компьютер. Тенселям тоже ничего не нужно. Ну, супертенсил. Сверхплотные материалы. Копить. Копить, наверное, на суперсектор нужно. Кстати, знаете что? На второстепенных планетах вот это можно посносить нафиг. Ну, типа, 200 разумного металла, окей, но зачем? Надо сейчас провести оптимизацию просто немножко, чтобы у меня попы свободные появились. И начали хоть куда-то разъезжаться. Да, ну тут 16 безработных, но они уедут. Соответственно... Ставить эту планету как есть или грейдить? Большой вопрос на самом деле. С точки зрения эффективности надо грейдить. В Heavenly Planet. Но это на каждую планету, блин, это ж алмазы, на каждую планету надо тратить. Представляете? Это одна планета только за 15 месяцев у меня накапливается, если вообще ничего не строить. Ладно, давайте одну здесь прогрейдим. Здесь, соответственно, вот это тоже можно. У нас есть планета, выделенная под эти дела, и газовый гигант. Поэтому, да, ресовая может отдохнуть от лишних вещей. Минеральная то же самое. Давайте я это сейчас на паузе пробегу по планетам. Так, ну я буквально чисто несколько планет вот поставил превращаться из своих научных, и да, красные алмазы сразу ушли. Я поубирал добычу разумного металла и добычу этого негативной массы с планет, освободить джобы. Кое-где даже, оказывается, клерков забыл закрыть. Ну, в общем, чуть-чуть подрихтовал возможных попов. О, на Азуриасе
Подземники обнаружились. Ну, естественно, мы их будем бить для дополнительных районов. Поэтому preemptive strike. На всякий случай я сюда притащу пехоту. Я не помню, как там. Вообще с этим всем делом. На самом Азуриасе мы, наверное, поднаймем автономные мехи хуже ксеноморфов по статам. А здесь мораль у войск. А, нет, нету. Но алмазы тоже требуют красные. А, на 5 ксеноморфов, я думаю, для любого ивента должно хватить. Это такой ивент, который может и в начале игры выпасть, поэтому проблем быть не должно. Да, вот тут из этого списка будут перещелкиваться периодически. Доступные. Так, сразу начинаем строить здесь Нидаливир. Обитальные аркологии делаются. То, что сплав нам нужно будет просто прорва. Как там наш флот? Не жрет слишком много? Ну как? Энергию поджирает. Но мы расширили размер каждого флота, поэтому можно добавить еще кораблей. У меня, правда, сплав на это нет. От слова совсем. Ну, ничего не попишешь. Опять же, здесь майнинги можно не делать, потому что здесь сейчас кузницы на себя всю систему заберут. Ну и армор хп. Армор будет бафаться все-таки, как 1,5 репитки. Плюс, наверное, тоже. Так, тут мы изучаем. Новый ученый готов прыгать. И давай мне еще одну нейтронную звезду. Пульсар. Нейтронную звезду. Бабах, вот сюда нас закинуло. Очень неудобно будет, конечно, здесь с котом разбираться, но... Так. Отлично. Что тут еще пехотка строится? Пехотка строится, население растет. Пехота прилетела, кстати, в эту систему. Все, ты на месте, давай. Сюрвей. У нас был еще один сразу конструктор здесь на твое место. Да, кстати, если мы здесь будем гигакузню делать, надо не забыть, здесь будет базу прогрейдить. 51 200. 80 тысяч. И это еще вот эти вот слоты отдельные дополнительно дают. В общем, энергии будет нормально. Теперь только сторож под нее подстроить, потому что 9 миллионов-то мало. Ну, значит, на кольцах будем строить. Что делать? Сейчас там кольца заселятся. Придется Альдерсона, наверное, штамповать. Исключительно ради хранилищ. Нормальных таких, вместимых. Угу. Ну, кот, как обычно, небось, потупит. Галаксия. My Network Hub у меня делается. Pioneers have made planet fall, я чё? А, это кольцо еще одно. Все, все правильно. Да, кстати, единство накопилось. Надо следующую планетку подапать. Вот она нам будет снижать размер империи потихоньку. Вот, и соседнюю тоже, Азуру можно апнуть будет. Есть. Так, изучили. О,
Black Cube Energy — это следующий уровень технологий. Но мы тогда сначала вот это изучим. Может быть, я все-таки соблазнюсь когда-нибудь попов штамповать. Sanctuary of Mind. Плюс один влияние в месяц. Да, это нам надо. Это нам очень надо. Сейчас нужно будет под это дело планеты подрасчистить, кстати. И грейдим вот эти планетки. Сейчас вернусь к вам. Так, прогрейдили мы главные здания везде, где могли. Кое-что посносили. Фуру так апнулась. Ты у нас на Энерджи планете сидишь, поэтому я даже не знаю, что здесь тебе пикать-то на Энерджи планете. А что Энерджи планета еще дает? Да ничего она толком больше не дает. Она над энергией, собственно, как работала, так и работает. Поэтому ни Factory, ни Refinery, Focus тебе не нужны. Manufacturer, Settler. Ну, попробуем с Сеттлера, может, нароляется что-нибудь интересное. Ой, жалко, конечно, что на энергию нету ничего. Ты у нас сидишь на Амазоносе. А пока у тебя ничего нет, фишн стаффинг возьмешь. Окей. Едем дальше. Это у нас еще какие-то корабли достраиваются даже. Да, у нас все еще мега-шипьярд работает над кораблями. Так, System Reconnaissance Completed. Все. Ты, значит, двигай еще нам какую гиперверфь сделаешь. А, не могу сменить название системы. Да, мне же нужно сначала аутпост здесь построить. Ну и надо, вот сейчас еще одну систему сделаю, надо немножко притормозить, потому что у меня сплавов и сверхплотных материалов на все мои планы не хватит. Два дополнительных гипертока мне хватит, по идее. Везде. Здесь, на столице, экспериментальная шипьярд. Старшипы, построенные здесь, будут иметь дополнительные атрибуты, но мейнтенанс будет выше. Нет, все равно для удобства мы все на гиперверфях будем делать. Получается, ее снести придется, потому что она шипьярды дает, да. Ну, давайте на столице построим эту станцию прослушки инвизников. Detection Array сделаем из столицы. Угу. Соответственно, вот, допустим, на гиперярде 1 можно было бы поставить это здание. Но оно не дается больше. Оно вот локается на первой системе и все, да. Ну, грустно, конечно, досадно, но придется, видимо, с этим смириться просто. Так, Ксир то же самое. Вам это все не нужно. Но здесь уже detection база есть под боком. Поэтому ты, наверное, будешь просто, я не знаю, какой-нибудь типа боевой штукой. Вот это два хангара, ганбаттери. Конечно, на самом деле, блин, эффективность этой штуки крайне мала, но ну пусть будет, как говорится. Так, армор до 10 качали, теперь вот это. Все, у нас теперь останутся только гипердоки и
Мега шипьярд. Ну, мега шипьярд я, конечно, построил, блин. Может его выделить, вассала вообще. У нее всего 20 слотов просто, но из-за этого будет не совсем эффективно сплитоваться, кстати. Блин, я забыл, что здесь будет вот эта история с пересечением этих двух штук. Тут же получается и недоливирка есть, и... во, нейтрониум. Ладно, нормально, прокликать можно, в принципе. Так что пойдет. Здесь еще какие-то корабли не долетели, не достроились. Безумие. Да. Так, Sanctuary of Mind у нас как раз достроился. По идее, мы его сможем пропикать на всех планетах. Угу. Строится база. Гиперярд. Кстати, не забыть, здесь нужно будет еще гейт воткнуть. Да, но чтобы это здание построить, мне нужно как раз дождаться апгрейда центральных зданий, по-моему. Где оно? Вот он, да. Galaxy Mine Network Hub нужен. Ну, три алмазика. Тоже, короче, алмазы, алмазы, алмазы. 48 их всего в месяц приход, а на здание оно тратится. То есть... Нейтрониум Гигафорж сайт билд. Значит, ты теперь строишь здесь недоливир. Вперед. Это Храя МЦ тут делается потихонечку. Не знаю зачем, но делается. Так. No Fleet Detected. Ну, летит у меня там ученая. Ты недоливирки здесь строишь. Ты строишь старбазу. Окей. С этим все ясно. Попы потихоньку подрастают. Здесь у нас при смене месяца выйдет как раз апгрейд колонии. Вот, поехали. Black Cube Energy. 63 месяца, чтобы вы понимали стоимость этой техи. Да. Да. Ну, 63 месяца это, конечно, не 300. Так что это все терпимо. Всего лишь 5 лет. Так, я не понял, это что тут за история с какой-то федерацией? Federation Invitation. Это синяя федерация. Сине-черная на севере. Увеличилась, получается, да? Еще вот эти территории в нее вошли. Не стали вассалом. Кстати, забагалось, тут нету. А, вот их. Вот это их теперь. Значок здесь. Окей. Вот Феда сложилась. Фиолетовая Феда, синяя. Этот несчастный. Тоже там строится. Ну, этот фанатик Purifier тут окруженный врагами, его, по-моему, сомнут в какой-то момент просто. Тазиет.
Так, здесь нужен будет обычный шипьярд, апгрейд базы, и ты теперь называешься Hyper Yard 5. Соответственно, ты здесь начинаешь строить гиперверфь. И все у нас будет хорошо. Советница, да? Ну, милитари пионер, конечно, можно взять. Army damage. Да, социология, как обычно, будет впереди всего. У нее все будет хорошо. Физика как раз просядет, поэтому то, что у меня там перекос в физику и храя МЦ, я еще один строю, на самом деле даже плюс. Мне понадобится это все вот на этот следующий тир технологий. В совете что-то хотят. Collective Waste Management. Да, Alois Job и все прочее, да. Давайте голосуем за. Кто-то кристаллический мегабур для нас сделал на будущее нам. Ну, кстати, максимайз орбитал аркологию кое-где можно сделать. Я не отследил этот момент. Так, там какая-то политика происходит. Ну, а галактика на блоке разбивается. Ну, опять трус-сикер или... Ай, как жаль, что я псионику не пикнул. Блин, как я буду об этом долго еще жалеть? Страшно сказать вообще на самом деле. Так, соответственно, ты можешь здесь гейтвей сразу сделать. По поводу выделения мегашипьярда в отдельную микроимперию, можно здесь что-то стераформить в это, в Гаю. Заселить и выделить вассала, попробовать. Хотя это, наверное, не получится, потому что это же центральный сектор. Я не смогу здесь сектора сделать, чтобы выделить вассала. Так что ошибочка, да. Придется жить теперь с этой мегаверфью, на которую будут корабли попадать в большем количестве, естественно. Так, ты у нас кто? Ты у нас ученая, аналитик, коллаборатор, значит, да? Да. Да, физика теперь надолго выпадет из общего потока технологий. Так, а все-таки, если я этот флот построю, во сколько он не обойдется? Да, и надо же адмиралок рассадить-то. Так, у нас есть Магами, у нас есть Монарх. Кто следующая? Советница, советница, Дураскадон минеральный. При том, что ты мастер-ганнер. Не, давай сюда. Гридли. Угу. Окей, дальше. Говернин, говернин. Этого пацана мы на что-нибудь другое посадим, прикольное. Ты комиссионер, который пытается минералами заниматься, да? И в итоге я тебя кинул тупо на халамаре сидеть. Очень интересно. Но ее перекинуть на какую-нибудь минеральную планету по-хорошему. Ну да, надо. То что она сидит, свои таланты губит. Хоустон.
с commanding presence. Чтобы можно было еще больше кораблей дать. Дальше. За 19. Дальше. Чикаго она нет, она опять же минеральщица. И, кстати, на Дураскадоне с минералами сидит, так что делает все правильно. Касабланка. Да. Чикума. И последний флот получает Баш. Отлично. И да, надо пересадить девчонку минеральную. Можно даже, кстати, вот сюда ее посадить. Матер синтезис инжиниринг джоб нет. Вот на Альдерсон как раз таки. А у нас Альдерсон есть. Да. И тут сидит этот челик уже. На самом-то деле. Тут уже место застолбили. Ладно. Покажите мне другие минеральные планеты. Здесь у нас девочка, которая тоже немножко может в минералы. У нее есть efficient staffing. Кстати, он подействует на эти джобы. Они ж эрсвейные краски специалисты. Здесь она сидит, да? Еще была какая-то минеральная планета. А, понятно. Ладно, на Дураскадон ее посажу, чтобы она не скучала. Мистер Бароны. Блин, у меня лидеров, конечно. Вот, на Халамаре она сидит. Зачем-то. Бля, она, конечно, специалистов будет резать, когда мы грейданем. А, мы эту планету еще недолго, не скоро грейданем. Поэтому она тут по полной будет помогать как раз майнерам. Да? Да, геологи эксперт уже работает. Боже, у меня бафов, конечно. С ума сойти, абсолютно с ума сойти. О, достроилась эта штуковина. Давайте теперь... Вот, Sanctuary of Mind строить. Сейчас к вам вернусь. Все с этим сделано. Планеты строятся. Скоро у нас приток влияния существенно должен увеличиться. Окей, мы достроили гиперверфь. Так что здесь мы эту штуку в первую очередь делаем. А потом дальше... База. Кстати, гиперверфи как раз сочетаться будут с недоливерами, потому что будут нам давать необходимые нам минералы. Так, нам еще один прыжок нужен в класс А звезду. Еще одну гиперверфь построим и пока что притормозим, потому что у нас тут очередь того, что нам делать, просто огромная. Ну, кстати, соединила мне две системки. Почему no orders? Давай вот пост сделать. Соответственно, если кто-то уже закончил, ты полетишь сюда. Mm.
Минералов уже 10, это обманка, что их не 10. Давайте, была репитка на мегаструктуры, но, видимо, была да сплыла. Недоливер, гиперфорж и... А, все, их тут две, все, гейтвей нужен теперь. Хотя, ладно, пусть будет. Лишним не будет. Для связи наших колоний и систем. Ну, конечно, если когда-нибудь этот сектор более-менее заселится, это будет суперсектор. Красных алмазов на все мои хотелки просто не хватит, это да. Производство кубов у меня на одной планетке должно было подрасти, оно подросло. О! Артиллерий фокус есть. Второй перк артиллерист, который тебе нужен. Вот эти два перка мы и будем сочетать. Поэтому сразу подбираем, а то вось еще не выпадет потом. Квантовые калькуляторы, орбитал аркологию максимализировали. Вот, мегаструктур билд спид нам пригодится. Квантум калькуляторы и, наконец, матрешка Брейн. Все. А, это еще не все. Они говорят, что еще можно поднять. Да вы с ума сошли. У меня и так система там 120 тысяч дает. А, не, все. 126 тысяч энергии дает система. Вот это колечко, вот это я понимаю. А минералы с гиперверфей будем делать, офигеть. Бизнес-план. Так, это нейтрониум гигафорж. Да, сплавы не сказать, что откапливаются, ну ладно. Так, дальше нам нужно будет сделать 4 планетных системы. 4 системы с производством планеткрафтов и туда еще производители лунок 5 штук, по-моему, воткнуть. Эзотерик Celestial Weaponization. Вот оно. Celestial Warship. Кстати, Megastructure Build Speed 20% и целый Resource Storage. 5 лун, 4 бегемота, ну да. И 40 попов нужно, правда. Дорого. Ну ладно. Кстати, еще плюс один этот. Вот он. Mega Construction Logistic Hub. Ну, кстати, инженерки чуть-чуть подлутаем с этого проекта. Нашего. Так, ну надеюсь, скоро мы начнем купаться во влиянии, потому что нам и бранч-офисы надо закинуть, и расширить планеты надо, и кучу всего надо. И штамповать Альдерсены, на которых мы будем хранить рез. Безумие, конечно, но что поделать. 10 левелов, наверное, этих репиток я сделаю на мегаструктурную скорость постройки. Просто чуть-чуть бустануть. Тоже будет полезно. Прикольно, конечно, теперь у нас размеры империи, как работают. Так.
Поехали. Начинаем с маленькой, с нейтронной гигакузни, а потом гиперкузница Неделивир. Или гигакузница Неделивир. Я уже даже не знаю. Уже какие-то первые сплавы тут добываются. Кстати, как там Храй МЦ себя чувствует? Неплохо. Да, время достаточно большое все еще производство. Это, конечно, вспоминаю сотовскую компанию, в которой я мегаструктуры там строил за 15 дней некоторые. Это было эпичненько. Угу. А сколько мне еще раз на флот нужно потратить, чтобы восполнить? Ну, 700 тысяч сплавов всего-навсего. Ну, кстати, можно их покупать. Миллионы энергии куда-то же нужно тратить, правильно? Продавать ресы я, наверное, вряд ли буду все-таки. Хотя можно было бы чуть-чуть все поскидывать так буквально. За рожки у меня мало, якобы. Это забавно, конечно. Сто 28 тысяч сплавов. Ну чё, мне хватит? Интересно. Может быть. А может и нет. Но надо реинфорсить в любом случае, потому что да, пока они там построятся, хоть и быстренько у меня сейчас все строится, но пройдет какое-то время. Кстати, шипьярд уже заработал, да. Вполне себе. Гиперярд 5, потом будет гиперярд 6, и уже у нас будет нормальное количество слотов для производства флота. Но мы эту историю будем продолжать, вы не думайте. Мы так просто не откажемся от гигантомании. Здесь так нельзя, чувствую. О, да ладно, Council Agenda решила быть рейди. Нету штуки, да? Ну ладно, пока кинетику прожмем. А, ну, Habitability, Terraforming, Speed, это, конечно, забавно. Блин, мне нечего уже... Агенды не успевают откатываться. Я не знаю. Uncover Secrets, ладно. Кстати, за счет этого продолжают директор Frontier Science увеличить свой Research Speed плюс 1% за каждый левел. Это прям хорошо, наверное. Ладно, экспертиза Field Manipulation. О, министр обороны качается. Кстати, у нее уже левел 20, а значит она апкип снижает на 40% всего. Чисто за счет левела, не считая остальных перков. Это я считаю очень даже. Старбазы укрепить. Армии укрепить. Старбазы удешевить. Defense платформу укрепить. Не, Gale Speed. Там дальше видно будет, что ей давать. Там у нее еще 9 левелов до 30, который максимальный вроде бы. Бы. 251 тысяча мощность армии. Сейчас еще мы дальше репитки им как-то потыкаем потихонечку. Так, инжекторы массы построены. Уже начала энергию давать. Красота? Да и только. Того у нас плюс 60 влияния в месяц. Вот это я понимаю, да. Вот это вот уже можно о чем-то говорить здесь. Как там, кстати, наши кольца? Все еще колонится. Боже мой, что так долго, а? Нейтрониум Гигафорж финишит. Все, готово.
Маленькая да удаленькая. Wonderful. Gateway constructed в Туизеде. Отлично. Молодцы. Да, мы провтыкал, не улучшаю систему в итоге. Это, конечно, позор, позор, позор. Ну, тут сплав. Причем каждая же это недоливирь гиперкузница еще и будет нам увеличивать этот на 5% выработку сплавов ежемесячную. То есть мы тут еще настакаем. О, 34 тысячи мы уже позволить себе можем. Так, гиперярд 5, кстати. А, ты еще строишься. Дозъеди. Почему система у меня не переименована? Я ее что, не переименовал, что ли? Мне казалось, что я переименовывал ее. Восклицательным знаком, потому что боюсь цвет потерять. Прикольный. Так, Азурка продолжает тут набивать себе левела. Чтобы у нас размер империи не рос. Как на дрожжах. А, тут Астрал Фунул доделывается. Да, так, Gateway Constructed, это хорошо. Ринг гиперярде 5. Отлично. Тронем Гигафорж сайт билд. Значит, теперь не деливир. Угу. Так, ну такими темпами мы на самом деле это. К моменту прихода кота уже начнем открывать Black Cube Energy уровень. Следующий тир технологий. Что, конечно, забавно. Ну, сейчас он опять всем раскидает экспы, да? 1000 золота нашли там. После того, как сломали подземников. Хотя куда они, правда, там взялись, тоже вопрос. Ну да ладно. Увеличение содержания плюс 40%. Ну, как бы не сильно это пугает. Потому что вон энергии всего 3000 они жрут. Подумаешь, 3000 энергии, да? Да, конечно, игра долго идет. Надо, блин, сразу после кота бросаться, вычищать галактику. И грузить всех в матрицу. Базы могу себе позволить. Ой, Graveyard Expedition. Сейчас. Не, если оно нам физики там несколько миллионов насыпет, то оно как бы будет очень даже да. Я не помню, что оно дает. Ну, аномалька качнула, зато может ученым экспириенса, я уже не помню. Так, ты индастриалист. Надеюсь, что сможешь взять перк на сплавы. Кстати, это ж по плюс 2 района добавила на каждый. На каждой планете, на каждой этой штуке.
Хочу ли я еще один жилой район? Да нет, тут жилья и так дофига просто. А что нам за джобы еще даются? А, рефайнинг эксперты. Ну, пусть будут. Так, ну тут нормально, нормально. Нормально еще. Ждем попов. Боже, сколько ж тут сплавов можно будет добывать в итоге на этой аркологии? Это безумие. Ну и хорошо. 200 тысяч науки мы с трудом наскребем сейчас. Будем смотреть. Ну, а пока я тут сидел, немножко проматывал время. В общем-то, мало чего интересного было. Там я строил мегаструктуры, изучал репитки, такая вся история. И, наконец-то, Верхний Альянс решился, и они погнали бить ногами вот этого вот пурификатора. То есть, товарища, который у нас тут фанатичный пурифайер, ксенофоб. Ну, посмотрим, как у них пойдет. В целом, альянс-то у них достаточно здоровый, там, все дела, но пурификатор тоже не маленький мальчик. С другой стороны, надо понимать, что компьютер очень плохо умеет воевать на два фронта, так что, скорее всего, он пойдет пушить на одном, а его будут захватывать на другом, пока он не помрет окончательно. Вот, ну а я пока продолжаю строительство всяких вещей, достроил там матрешку, вот новую начал строить. Так что, в принципе, такое все. Кот тем временем наверняка в первый же день не вылезет. Я бы очень удивился, если бы это произошло. И его придется какое-то время, видимо, ждать. Отлично, миллионы инженерки. Ну что ж, ладно, хорошо, правильно правильно решили раскопать. Ладно, смотрим, что у нас за выпускницы Академии. Йорк с хорошим архитектурал интерес перком. Добро пожаловать на борт. Соответственно, Architectural Interest и... Ну, Adaptionist тогда. Ладно, будешь качаться быстро. Это плюс одна планета к тем, где у нас есть лидер. И она будет качаться. Так, дальше что у нас есть? У нас была девчуля... Девчуля со сплавами прям. Да, металлургист. Фрора, тебе повезло. Этот перк тебя к нам притянул. Отлично. Дальше смотрим, есть ли у нас там интересные кандидатуры. Сначала офишалов давайте смотреть. Кстати, у них, у новых лидеров нет вот этого перка Emergency Mind Archive. Что печально. Как им его завести, не совсем понятно. Но это может что-то полезное бахнуть. Этих есть торговля, типа. Не, пока переживем, я думаю. Смотрим на следующий набор. По нашим лидерам-адмиралам у нас есть только одна девчонка достойная. Не, вот это еще. Может быть, у нее перки будут хорошие.
Нет. Извини. Тебя точно нанимаем, у тебя есть перк на дальность. Пруденс. И... Реген у нас и так присутствует везде на свете, а вот анъилдинга у нас нет. Анъилдинг может быть хорош. Окей, добро пожаловать в Кумано. Теперь у нас три еще полностью не занятых девочки есть. И ученые. Все какая-то фигня. Ладно, у нас нет особой нужды их нанимать, поэтому нанимать не будем. Так. У нас страйкрафты пошли апаться. Это у нас мегаструктурки мы докачали. Скорость строительства, я имею в виду. Поэтому теперь кинетика. Так, ну что там код? Он опять будет тупить рандомно там, вылазить. И да, не смотрите, что у нас 188 тысяч, это дефолтная без накруток сложности. Передать им еду с нашего... Out of the question. Блин, жалко, я не могу сюда залезть и посмотреть, как там... Как там дела вообще? Star Fortress. О, к нам прилетел этот Enigmatic Cache. Давайте влияние возьмем. Влияние мы всегда можем потратить. Окей. Не, ну, блин, все-таки подразогнали мы чуть-чуть производство сплавов, причем можно видеть, что уже больше половины вообще всего количества сплавов, что мы производим, идут именно с мегаструктур. Что неудивительно, учитывая мои инвестиции и то, что попов растить трудновато. Ну ничего, попы тоже дорастут. Матрешка там помогают. Кстати, по науке ситуация интереснее. Здесь мегаструктуры мне дают только четверть. Даже меньше четверти. Больше дают здания. То есть вот эти вот майн-нетворки и джобы дают чуть больше половины. Но майн-нетворк потом будет еще качаться, когда мы загрузим в него еще разумов. Вот, поэтому... Поэтому да. Он обгонит все. Да, я понял, что это значит. Это значит, что нужно здесь тир прокачать. Ну, ускоряемся потихонечку. У нас там продолжает потихоньку расти производство сверхплотных материалов для строительство гигаструктур. Мы, конечно, на мегаструктуры содержания тратим уже почти 200, что отнюдь немало, но... Можно есть смысл какую-нибудь планету еще будет в будущем потенциал выделить. Так, а у нас тут это... Новое кольцо сделалось. Соответственно, мы его должны тут прокликать. Да, хаузинги тут не нужны.
Поэтому здесь все по застройке достаточно просто. Ну вот еще один источник науки и попов. Четыре источника на самом-то деле. Мунишины. Ладно, кот сразу не пришел, поэтому отодвигается он, наверное, на следующий эпизод. Посмотрим, как быстро он народится. Мне нужно будет между эпизодами подумать, может, стоит уже сейчас напасть на эту федерацию, начать ее вычищать и плевать, что там код будет, не будет. Разберемся. В общем, дорогие друзья, сегодня у нас было такое великое строительство SimCity. Надеюсь, вам было интересно. С вами был Андеркун. Всем пока-пока.